Жан Торос Атабалдиев ушел в отставку. Киргизский премьер-министр, не дождавшись назначения своего преемника, накануне написал официальное заявление об уходе. В середине прошлой недели его кабинет оказался в юридической невесомости. Распалась парламентская коалиция большинства, которая сформировала команду Атабалдиева. Фракция «Атамикен», устроившая правительственный коллапс, выразила премьеру недоверие. Мотив – это премьер-министр исчерпал морально-политический ресурс для полноценного выполнения возложенных на него функций и занятия должности премьер-министра Кыргызской Республики. Основной мотив отставки премьера – недостатки в его предыдущей работе. В 2010-2011 годах Атабалдиев руководил госдирекцией по восстановлению городов Ош и Джалал-Абад, пострадавших от межэтнической войны. Депутаты вменяют бывшему главе Кабмина растраты и коррупцию, однако доказательства почему-то обнародовать не спешат. Впрочем, поводов для отставки правительства хватало и раньше. Атабалдиева могли уволить, когда тот не смог добиться повышения доли государства по Акумтору. Тогда отставка, кстати, выглядела бы более справедливой, но торопиться не стали. Дали бывшему премьеру довести неблагодарное дело до конца. Кто-то может меня обвинить, что я защитником Сентера выступаю. Я никогда не выступал и не буду выступать. Я защитником экономики Кыргызстана. Вероятно, атамикеновцы, выходя из альянса, руководствовались одним только партийным эгоизмом. Амурбек Текебаев, давний политический интриган, имеющий тонкий нюх на политическую конъюнктуру, рассчитывал поставить премьером своего человека. По неофициальным данным, формирующий ныне парламентский альянс «Социал-демократическая партия» готова поддержать атамикеновского кандидата. Кроме того, в современном киргизском парламентаризме каждая отставка правительства – это шанс для народных избранников трудоустроить своих родственников. Иными словами, парламент борется с коррумпированным правительством, преследуя при этом личные коррумпированные интересы. Формирующее коалиционное большинство, он формирует кабинет министров. А раз там формирует его не один, а несколько фракций, конечно, было квотирование этого кабинета министров. Да, у нас были министры, близкие родственники депутатов. Что поделаешь, вот тут 120 депутатов, и каждая фракция, каждый решает, кого куда ставить. Мы должны принять это к сведению. Но сегодня наша фракция и многие в парламенте хотят отойти от этого. Тем временем нынешнюю суету в высшем эшелоне власти успели окрестить хорошо срежиссированной драмой. В качестве сценариста называют президента Атамбаева, в образе вора-негодяя премьер Атабалдиев. И, наконец, борца за справедливость сыграл Текебаев. Сторонники данной версии также поясняют ситуацию. В Киргизии существуют две силы, играющих на политической сцене. Это президент и парламентская коалиция. Премьер же наделен чисто техническими функциями и может иногда служить как громоотвод. Но в последнее время на горизонте появилась еще одна сила. Это национальное оппозиционное движение, набирающее серьезные обороты. Они противопоставляют себя традиционным политическим игрокам, формируя в парламенте и вне ее новую прозападную оппозицию. Они жестко критикуют президента и выступает за упразднение президентского института власти. Все беды от президентов наших. Мы прозападные политики. Мы это не скрываем. Мы хотим демократические стандарты внести в Кыргызстан. Мы противник революции. Мы хотим на выборах победить. Но власть, если шансов не даст, может быть и революции, и что-то другое тоже. Смелые заявления несистемной оппозиции не могут не настораживать президента и старых парламентских интриганов, считают эксперты. В стране весна, а это, как известно, опасное для киргизской власти время года. Пробуждение природы совпадает с оживлением оппозиционеров. Не случайно обе революции в этой республике произошли именно весной. Сегодня наша власть стала опять авторитарной. И многих депутатов, политиков, возбудив уголовные дела, применяя какие-то подконтрольные средства массовой информации, они их спугнули. В самом начале зарождения прозападной оппозиции никто не обращал на нее должного внимания. Ее представители называли клубом политиков-реваншистов. Но за короткое время они создали неформальное объединение депутатов-демократов в парламенте, в котором состоят в основном перебежчики, бывшие члены парламентских фракций. Наблюдатели утверждают, что на фоне противостояния России с Западом на постсоветском пространстве новое прозападное движение будет представлять серьезную угрозу существующему политическому укладу. И в первую очередь недовольство это связано с перспективами вступления в таможенный союз.
Поэтому я думаю, что найдутся из граждан Киргизии те, кто окажут самую широкую поддержку, массовую поддержку этому движению. И я думаю, что найдутся люди из элит всевозможных, и бизнес-элит, и криминальных элит, и элит, связанных там с западными неправительственными организациями, которые окажут этому движению всестороннюю поддержку. Вся неделю, как рухнуло правительство, в Бишкеке практически сформирована новая коалиция. По предварительным данным, войти в нее желают все 5 парламентских фракций, то есть никто не желает играть на стороне оппозиции. В ходе драки за места все уже порядком подзабыли человека, еще недавно сидевшего в кресле премьер-министра. Но, учитывая нынешний политический тренд в Киргизии, его судьба предрешена. Чиновник-коррупционер непременно окажется за решеткой.